Мазда пользуются довольно большой популярностью. Причем с Uber Rush ее желают получить, казалось бы, совсем уже разные категории водителей. Ведь те, кто хочет без проблем и лишних трат ездить по выходным в гипермаркет за недельным запасом продуктов. И те, кто по ночам страстно сжимает подушку, увидев во сне Honda Accord. Конечно, универсального автомобиля не существует, поэтому угодить абсолютно всем Mazda 6 не сможет. В 2007 году Mazda показала второе поколение шестерок, но на своей собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, сменив Mazda 6 первого поколения, которую, однако, китайцы выпускают до сих пор. В 2006 году показали рестайлинговую шестерку, что приятно порадовало потенциальных покупателей. Так это тот факт, что японцы не ограничились заменой фар, части пластика, сидений приборной панели. Модернизации были очень серьезные, причем и в моторах, в коробках передач, и ходовой части. В линейке моторов появились и дизели, которые по каким-то сугубо японским причинам до России не дошли. Прошел только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны восходящего солнца уже подготовили второе поколение Mazda 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он еще чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребитель в очередной раз ждал удар по самолюбию. Теперь нам не дали не только дизели, но еще и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Тесно в зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами. В 2012 году мир замер от счастья. На московском автосалоне Mazda презентовало третье поколение шестерки. Как раз такой автомобиль мы и будем сегодня рассматривать. Но заметим, что в 2015 году третье поколение также пережило рестайлинг. На нашем примере рассмотрим автомобиль с двухлитровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил. Только на первый взгляд Mazda 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого. На самом деле этот мотор технически не слишком сложен, а значит не капризный и недорогое обслуживание. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты. Начнем с моторного масла. Дилерам приписано заливать ОВ-20. Естественно, оригинальное по брендам Mazda. Требуемый объем 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4300 рублей. Многим эта сумма не дает по ночам спокойно спать, поэтому переходит на другое масло, допущенное производством 5W30. Его стоимость составляет 2600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъемник, иначе добраться до фильтра и сливной пробки будет сложно. Воздушный фильтр меняется очень просто, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить светлющий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат, 1300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей. Притом довольно легко. Сама замена на САТО обойдется в 350 рублей. Гораздо более редкая операция замена свечей. Хорошо, что срок службы их большой. Плохо, что стоят они под 1700 рублей за штуку. К тому же, их легко убить некачественным бензином. Если не заправлять на сомнительной заправке, то свой срок эти свечи обработают без проблем. На каждой свече стоит своя капушка зажигания. Поэтому тут придется работать очень аккуратно. Не потому, что работа это слишком сложно, а только из-за того, что одна запоротая, неумелой рукой катушка обойдется 7200 рублей. Если работать без шила в мягком месте, то вполне можно справиться самому. Снимаем защелку разъема катушки, откручиваем болт, фиксирующую катушку, снимаем катушку и выкручиваем свечу. Главное не нервничать. Теперь осталось посмотреть, как менять сервисные ремни. Их тут два. Один идет на генератор и компрессор климатической установки, другой на помпу охлаждения. В рулевом механизме используется электроусилитель, поэтому и насос гидроусилителя отсутствует. Итак, ремень генератора стоит 2000 рублей. Скажу сразу, лазить своими руками здесь неудобно. Придется заменить еще и ролик натяжителя. Каждый раз его менять не надо. Ролик стоит 2000 рублей. Но если менять весь механизм, то придется выложить сразу 6500 рублей. Ремень помпы дешевле всего 1200. Радует, что сами помпы стоят надежно, поэтому их не приходится менять через раз вместе с ремнем. Ресурс обоих ремней 1060-70. В целом мотор и его навесное оборудование надежны и не должны тревожить владельца Mazda по пустякам. Поэтому закрываем капот и поднимаем машину на подъемнике. Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнем с передней, с классического MacPherson. С чем можно расстаться на машине – это шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие. При нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч, но иногда их придется менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага 12 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровые можно перепрессовать. В этом случае придется покупать только опору. Стоит она около 3000 рублей, а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдется в 2,5 тысячи рублей. И в любом случае придется установить угловой разгар охлаждения, что увеличит сумму работы еще на 3000. Комфортное вождение на шестой Mazda отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто. Все обслуживание КПП заключается в своевременной замене масла. Самому это делать неудобно. Лучше разрешить специалистам добраться до этого доступных отверстий. И вместе с маслом эта процедура обойдется в 3500. Сцепление тоже служит долго, если не целенаправленно не сжечь и нарвать. Тут, конечно, все индивидуально. Судя по опыту мастеров, срок замены наступает в среднем при пробеге 150 тысяч километров. Комплект сцепления обойдется в сумму от 15 до 18 тысяч рублей. Замена стоит около 14 тысяч. Шрусы могут выйти в строй только в случае повреждения пыльников, что тоже случается редко. Заменить тормозные колонки тут можно самому. И на передних колесах, и на задних. Все тормоза дисковые, поэтому сложности быть не должно. На машинах системы динамического распределения тормозных усилий поршни задних тормозов надо не вдавливать, а вкручивать. Это, видимо, единственная тонкость. Если же нет желания пачкать руки, то можно заменить и в сервисе. То это будет 1600 рублей. Причем в эту цену входит и обслуживание суппортов. Закисательные любят и умеют. Поэтому, даже при самостоятельной работе, не стоит забывать смазывать направляющие. Конечно, выбор колоды тоже велик. И тут есть возможность зажать еще немного денег. Оригинальные передние колодки можно купить за 6400 рублей. Единственное,
вызван недостатком салона, многие считают материал обивки кресел. Выглядит он хорошо, на ощупь приятно, но уж очень любит собирать на себя всякую дрянь. И даже пылесосу все накопленные волосы, крошки и пыль он отдавать не желает. Кузов не требует себя повышенного внимания. Отметим лишь, что менять лампу в левой фаре надо, сняв локер для доступа. Но мастер убеждает, что, имея определенные навыки и опыт, может дотянуться до лампы сверху. Было бы не совсем правильно сказать, что шестая Мазда в обслуживании, а тем более в ремонте, обходится слишком дешево. Цены на расходные материалы даже аналоги, не самые демократичные. Да и Мазда это далеко не Солярис, но есть и хорошая сторона. При своевременном обслуживании ее нельзя назвать проблемным автомобилем. И состояние, в котором находится эта двухлетняя машина, лежит вполне убедительным тому доказательством. Впрочем, если есть желание сэкономить, многое можно сделать и самому. Ничего сверхсложного в этом автомобиле нет. Главное ничего не сломать, ибо в этом случае можно не только упустить выгоду, но и попасть на хорошие деньги. В общем, к ценам на запчасти сводятся основные претензии к этому автомобилю. Хотя периодически проскакивали жалобы на рулевую рейку и требовательность двигателя качества топлива. Но уж коли наш фотоопытный образец в этих реках увлечен не был, то информация эта носит чисто ознакомительный характер. Вот и все, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока.